Представляем борцу в красном веку Даши Шарастепанов. Команда России он представляет республику Бурятия, город Улан-Удэ. Даже мастер спорта международного класса. Ему 28 лет, 15 лет занимается борьбой. Тренер Алик Хадарцев, боец Ярыгинского. Первый тренер через результаты. Даша Шарастепанов, бронзовый призер чемпионата России. 2018 года бронзовый призер международного турнира Гран-при финал прошлого года. Борец в синем трико, мастер спорта Алик Хадарцев. Сборная команды России представляет города Владикавказ и Сургут. Спортивный клуб ЦСКА. Борьбой занимается Алик Хадарцев, бронзовый призер первенства мира среди юниоров и победитель первенства Европы. Закончился первый период поединка. Счет 2-1. В пользу борца с красным трико Даша Шарастепанова. В синем трико готовится ко второму периоду Алик Хадарцев. Thank you.
Алик Хадарцев завоевал золотую медаль и первое место международного турнира гран-при «Ярыгинский-2021».